Всем привет, с вами Диана Суворова. Начинаю свой недельный влог. Знаю, что вы очень любите мои влоги, я тоже их люблю и обожаю снимать для вас. Сегодня начинаю свой влог из торгового центра SkyMall. Сегодня бренд Rimmel в магазине Watson делает специальную эксклюзивную презентацию своего бренда для клиентов. И я там в качестве гостя, ну не просто гостя, буду сегодня рассказывать клиентам про свои любимые продукты бренда. Буду подбирать какие-то продукты для клиентов. В общем, такая у меня будет небольшая работа, это будет такое мероприятие. Меня часто приглашают на подобные мероприятия в качестве визажиста или в качестве просто блогера. А сейчас пойдемте со мной. Я уже приехала в SkyMall, сегодня прекрасная погода, вообще весна пришла в Киев. Вот, кстати, я уже успела покрасить волосы, наконец-то обновила свой цвет, немножко у меня такой платиновый стал, пепельный, я бы сказала. Ну, в общем, и немножко подстриглась, так что весна пришла. Ну все, пошли со мной, покажу, как это все будет, и проведем немножко времени вместе. Сегодня в студии. Вчера была встреча Watson. Хочу сказать спасибо всем девчонкам, которые пришли меня поддержать, вообще увидеться. Так было классно. Я на самом деле поняла, что, наверное, надо делать мне какую-то уже встречу такую небольшую в Киеве. Так что, если вам интересно такой формат встречи, давайте обсудим. Я не знаю, у меня такого опыта еще не было, но мне кажется, это было бы интересно и мне, и вам пообщаться, встретиться, кто есть в Киеве. Так что пишите мне. А сейчас я подумала, сейчас с утра пришла в студию, решила, почему бы не сделать мне такой маленький рум-тур или студия-тур по моей студии. Сейчас вот вы ее там видите. Я вам все покажу, как здесь все устроено. В общем, давайте посмотрим. Всем привет! И первое, что видят все, когда входят ко мне, это вот такое вот пространство. Вешалка стоит из Юска. Моя Зука, которая уже давно никуда не выезжала, потому что я практически все время работаю в студии и очень редко езжу, только если это невесты. Вот. Пол скрипит подо мной, потому что это очень старый дом с высокими потолками, наверное, дореволюционный. И тут вот мой стеллажик находится, где всякие мои штучки подручные стоят. Давайте посмотрим, что у меня тут есть. Так, у меня здесь кисточки Real Techniques для клиентов, если кому-то что-то понадобится. Ресницы Романовой, мой парфюм, батист, радио, которое обычно всем очень нравится, это радио Philips. Вот здесь у меня зарядочка. На второй полочке просто коробочка от моего Temptu, уход новый, подарок от клиентки, спасибо тебе большое. Тут такие пасхальные зайчики. И хорошая такая штучка, наверное, для кисточек пригодится. Тут у меня все мои помадки рабочие хранятся. Кулечки тоже с помадками, со всякими штучками. Так, дальше.
Там у меня шкаф, и там ничего интересного. Окно с красивым видом, с цветущим каштанчиком. В Киеве, конечно, в мае очень красиво каштаны цветут. И у меня здесь оборудовано два рабочих места. Иногда я работаю не одна, в паре с кем-то, но в основном я здесь одна, но приходится иногда собирать кого-то параллельно, или брови делаю вдвоем, или еще что-то. Поэтому у меня вот так вот все оборудовано. Столики у меня из Юска, они очень удобные. Зеркала сделала на заказ. И давайте посмотрим, что у меня есть в столах. На столе у меня лежат мои рабочие косметички. Тут у меня в основном тени мои, всякие палетки. Кстати, вот этой палеткой почему-то в последнее время пользуюсь все чаще. Это Too Faced. Не знаю, очень часто ее использую. Кисточки. Это мои все, что в студии есть. Надо уже их мыть. Я обычно их коплю, а потом все мою скопом. Здесь у меня все пудровые продукты. Здесь у меня всякие корректоры, консилеры. Ну, все, что я чем пользуюсь. И здесь все для глаз. Такие вот всякие штучки. На втором столике здесь у меня часто все для бровей стоит. Целая вот вазочка, все для бровей. Вот дезинфектор. Мицелляркой смываю. Это масло просто на всякий случай. Так, окислители. Дезинфекторы, мицеллярки. Мой темп-ту, конечно же, любимый. И все для темп-ту я храню вот в таком ящике. У меня здесь все тона. Кстати, если вам интересен темп-ту макияж, ставьте лайк, сделаю вам, конечно же. Вот. Здесь у меня все для бровей, воски, пинцеты, короче, все, что мне нужно. Два кресла у меня часто спрашивают, откуда кресла. Это простые барные стулья. Заказывала в интернете, они поднимаются, опускаются. Если нужно прическу делать, они низкие. Если нужно, поднимаются на высокие. Часто спрашивают меня про логотип, который наверху. Он тоже объемный, из пенопласта, и в зеркале он отражается. То есть вот если на него так смотреть, непонятно, что написано, а в зеркале он переворачивается, чтобы делать селфи. А в этой комнате я все снимаю. Так что давайте посмотрим, как здесь все устроено. Вот здесь вот я сижу на этом месте. Это такой же столик, как в моей основной комнате. Мой свет. И вот что вы обычно видите на моих видео. Это задник. Да, тут все вот так вот оно и стоит. Диванчик, если нужно отдохнуть или кому-то подождать. Торшер. И у меня тут висят еще мои работы. Вот это работа из Сен-Лоран, которую я делала, по-моему, 2 года назад. А это моя работа по прическе. И макияж я тоже делала этой девочке. Вот такой вот у меня вид с балкона. На старый такой центр. Та-дам! Односторонняя уличка маленькая. Вот такая у меня небольшая студия. Очень уютная, компактная. Все здесь сделала сама. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, спрашивайте, я на все отвечу. Сейчас пойду встречаться с подружками, с Эвелиной и Лизой. По-моему, они хотят меня поздравить. Мы пойдем куда-то на обед, так что пойдемте с нами.